На вопрос о возможности ударов по Крыму должно ответить украинское правительство. Конечно, если Украина пойдет на полномасштабную атаку на Крым, расплата будет очень тяжелой. И Украина должна знать об этом заранее. Лучший способ защититься от Украины — это дать ей понять, какова цена такой атаки. Мы на такой стадии конфликта, честно говоря, где Украина ни на что не способна в военном плане, без помощи Соединенных Штатов Америки. Так что любое действие, совершаемое Украиной, это именно то, чего хотят власти США. Мое понимание речи президента Путина о целях России и Украины в военном конфликте таково, что России нужно восстановить социальную и экономическую устойчивость на территориях, возвращенных в Россию посредством референдума. Лучший путь прекращения конфликта — это прекращение его поддержки, ведь Россия все равно будет достигать поставленных целей на этих территориях. Если США сегодня же прекратит поставки оружия, военный конфликт закончится. Что произойдет с Америкой, если она прекратит поддержку Украины? Россия должна победить. Это 11-й город, который я посетил за время этой поездки по части России. Хотел бы посетить больше городов. Я ожидаю, что в Сочи будет такой же качественный прием, как в других городах, которые я посетил. Русские очень гостеприимны, очень дружелюбны, очень доброжелательны ко мне и моей дочери. Американский журналист после посещения Крыма попал в базу миротворцев. Я уже в списке миротворцев. Я уже в списке год как нахожусь. Еще разочек. Я готов.